Привет, на канале «Мы в мире». Друзья, сейчас покажем вам, какое к нам с улицы полосатое чудище прилетело. И гуляло вот прямо по этой шторе. Пришлось его поймать в литровую банку и закрыть крышкой. Это опасный гость – шершень. Что же о них говорит Википедия? Шершни – род самых крупных представителей так называемых общественных ос. Самые крупные представители рода имеют размеры до 55 мм в длину. Наш гость в длину около 36 мм с усами. У него достаточно цепкие лапки, поэтому он легко перемещается даже по мокрой поверхности банки. Что говорит Википедия об опасности? Последствия ужаления шершня зависят от реакции организма ужаленного. Яд шершней обыкновенных и большинства других видов менее токсичен, чем пчелиный. Жало при уколе не остается в ране. Правда, шершень может нанести несколько уколов подряд. Если шершень ввел большое количество яда, то возникает достаточно серьезное воспаление. При высокой индивидуальной чувствительности аллергии последствия могут оказаться более тяжелыми. А при большом количестве уколов, например, если было потревожено гнездо шершней, возможен летальный исход. В Японии от укусов гигантских шершней ежегодно погибает до 40 человек. Будьте аккуратны с такими насекомыми. Вот какой огромный красавчик. Ну и напоследок он нам показал свое 5-миллиметровое жало. Ну что ж, ставьте палец вверх, если понравилось, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы первым узнать о новом ролике. Всем отличного времени суток, до новой встречи!